Охуеть. Так, рассаживайтесь. Мы получили новые распоряжения прямиком от Сои и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы. Выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи! Все, удачи, начинаем, блядь. Дигера! Сейчас я покажу, что такое мясо. Сейчас все будет. Главное в цьому ділиться не спішити, блядь. У нас є рахуєць, стільки зеніток, це пізде. Пиздец вам, понял, пацаны, блядь. Блядь, не пролезешь, сука. Велись, блядь, убью нахуй и успокоимся, блядь. На нахуй, блядь. Сука, да? Все, пацан, ты попал нахуй. Вот так на меня нахуй ебашим этих фашистов, ебаный, бля, пидорасы, сука. Следующий, бля. Все, пизда, нахуй, да, брат? Пизда, нахуй, на пизде лежать, сука, урод, бля.
Куда нахуй? Я... Сука, вот. Пизду такие гранаты. Сука, офицеры, бачу, пьяче стреляют, бля. Ёбки, бля. Сука, пидорас. Ну на при паре выходит им похуй, бля. Ёпки, бля. Чигерат, на. Шо ты, как дела, нахуй, дядя? Пока прицелился, блядь, я уже нахуй трёху. Раз, сука, лежать. Да, он пацан, не разъяснил.
Лежать, сука, уроды, на. Нехуй, понял, бля. Так тебе и робится, нахуй, ёпта. Топор назад, пиздец. Фух, нормальная тема, бля. Игрушка хорошая, тоже нравится, охуенно. Пиздец. Исполняющий не, блядь, хоть час он подумает. Запрыгнул через вас, нахуй. Я уже дал им нахуй, да, уёбки, блядь. Пиздец, и каких тут положил хуй, ну хуя. Лежать самое главное, нахуй, встаю, блядь. British commander, we have captured your commanding officer and secured the exits. You have no hope of escape. Keep a power of hope and they are alive. Блять, дальше. Боты, блядь, ёбань. Сука, куда идти? А еще... В Америку едем, блядь. Молодец, прыгай. Я сильфую, что молодец, поехали. Все, мы в Америку, короче.
До следующей серии.